Всем здорово, народ, с вами Варчик. В очередной раз моды все обосрали. И в этих двух моментах, которые вы видели в начале видео, моя пушка на двустволке просто не стреляла. В одном моменте она просто ничего не издавала при выстреле и вообще просто ничего не делала. Я бешеный просто нажимал на выстрел. В тот момент я сидел в Дискорде с Лехой и Ленаром. Они просто ржали от того, как я долбил в мышку, но ничего не происходило. Пушка просто не стреляла. Во втором же моменте я нажимал на выстрел в СТ-шку советскую. Выстрел вроде бы по звуку происходил, но ничего не происходило по факту, кроме этого звука. Самого выстрела не было. И только там раз на третий пусечка стрельнула. И все это только у меня происходит, видимо. А все почему? Потому что я использую модики Юси. В тот момент, когда те люди, которые не пользуются модпаком, или вообще играют без модов, у них такого нету. Очень большое спасибо великолепным модам. Честно говоря, мне эти все модпаки уже заколебали. Там больше рекламы, чем тех самих модов. Так еще и проблем от них целая гора. Короче, я просто удалил модпак про танки, перестановил игру с жесткого диска на SSD, поскольку на жестком диске игра очень медленно загружает текстурки, и это просто вымораживает. Также еще установил SD клиент, а не HD, поскольку на SSD у меня места мало, HD клиент весит до хрена, поэтому вот. Давно искал повод, чтобы переустановить игру. Вот в принципе он и произошел. Очень жаль, что из тех нескольких десятков боев, которые я сыграл на двустволке, около 5 боев были запороты этим великолепным модпаком про танки. Рекомендую к использованию игру World of Tanks чистую без модов. Затрахали эти обосратые моды, честно скажу. Все кривущее, все корявое, куча всяких багов. Когда уже картошка просто закроет возможность модифицировать игру, меньше будет не только багов, но и читеров. Очень подпорчено у меня настроение и отношение к танку, хотя он не виноват. Танк вроде бы прикольный, еще и к картошке к самой сразу негатив. А все из-за чего? Из-за каких-то там модов, которые даже не картошка делает, а мододелы. А негатив идет в какую сторону? В сторону картошки. Я бы на их месте уже давно задумался о том, чтобы добавить все нужное в клиент, остальное все закрыть и послать куда подальше. Честно скажу, меня как игрока эти сраные модпаки уже заколебали. Пока ты там его откроешь, 300 тысяч всяких реклам обосратых вылезет, которые мне не упали. 20 раз в день его обновляй, еще и куча багов там. На кой черт они всрались? Честно скажу, там 3 мода, которые я использую, они мне нужны реально. Блокировка стрельбы по трупам, свободная камера в реплеях и просмотр выстрелов, кто куда попал после боя. Все остальное вообще не имеет никакого смысла. Все эти моды. Также еще хороший мод, в котором можно посмотреть коллижен модели пробития танка, где у него сколько брони. Ладно, 4. 4 мода полезных, все остальное просто мусорище, которое засирает игру. Я вас предупредил, что лучше модами не пользоваться. Моды не дают ничего полезного в плане скилла, они не дают вам лучше играть. Они чаще всего мешают, они кривущие, из-за них много багов, все лючит, все лагает. Еще и куча рекламы, и 200 раз в день его обновлять. Я вообще не понимаю, на кой черт они нужны? Тупо горит жопа. И в этот раз не из-за картошки. Хотя она могла бы давно уже эту лавочку прикрыть. Вообще не вижу, зачем это нужно. Абсолютно. Ну и большое спасибо Юша. Да, конечно, там у него много модов, ему надо все это тестировать и так далее. Но настроение испорчено. Дай бог здоровья. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока.